Мы пришли в какой-то арт-кафе, сейчас будем возьмем какие-то напитки и будем рисовать. Все, мы готовы идти на стройку. Тебе идет. Блин, как так красиво сидит. Мне кажется, так тоже красиво. Так? А, да-да-да, вот так, чтобы она чуть-чуть... Какой сидит? Нормально. Чуть-чуть прижми ее там сверху. А, ну вот это нормально, нормально. Можно чуть поближе, наверное, ее сделать. Поближе к двери? Да, да, да. Ага, вот так. Угу. В общем, мы уже переоделись. Надели береты, фартуки. Нам дали холсты. Посмотрите, какие они огромные вообще. Я не думаю, что они будут такие большие. Сейчас закажем кофе, напитки какие-нибудь и будем рисовать. Какие-то маленькие тоже надо выбрать, да. Потому что там... Это не все. Пойду посмотрю, как. Посмотрела? Да. У тебя больше такие, знаешь, волны прям. Волны. Большие, да, у меня? Да, у тебя прям большие. У меня такие. У меня, в принципе, тоже большие. Такую. Ну, не знаю, как упустить. Попробую, короче, хватит. Да. Так, и воду прям здесь, да, я так поняла? Воду, да, здесь прям наливать. Но куда наливать, я не знаю. Ну, прям сюда, я думаю, да, вот сюда. Я так думаю, даже можно и в две. Типа, она же будет пачкаться постоянно. Тебе нужно постоянно ходить менять. Поэтому ты можешь прям во все налить. Побольше, не знаю. А, у меня огромный холст, не знаю, как это показать. Да, просто сколько мы это рисовать будем? Да, мы сняли на несколько часов. Ну что, готова? Твори. Да. Есть просто и маленькие какие-то, знаешь, картины, а здесь такие большие. Ой, тоже не знала, честно. Хоть и ходила по дошке, но такими красками ни разу не рисовала. Я вообще не знаю, что это. Ты с водой разбавляла? Да. А что, мне нельзя? Не-не-не, просто. Я просто не знаю. Я не знаю, просто как правильно. Не думай, как правильно, короче. Расслабься, просто получай удовольствие. В принципе, больше половины уже нарисовала, но здесь мелкие детали какие-то остались. Но я, кстати, их не так много. Мне кажется, это можно быстро закончить. Здесь тоже такое все темное, поэтому несложно, я думаю, будет. Но мне не очень нравятся некоторые моменты. Вот здесь мне не очень нравятся. Там должно быть как переход, тут потемнее, но вот потом еще сделать. Но издалека, когда смотришь, в принципе, нормально, неплохо. У Ксюши тоже очень красиво, у нее такие... Прям цвета у тебя такие красивые. Да ладно, но это тоже можно, если что, потом в конце где-то какой-то недочет доделать. Так нормально. В общем, мы доделали, я не успела вам показать, потому что мне ее быстро свернули, пока я собиралась. Да, покажу потом дома. Вот, все. Сейчас 7 вечера, да, уже? Пойдем домой. Пол
возьму. Серьезно, рыбу возьму? Все, быстрее пошли, они уже закрылись полчаса назад. В общем, у нас завтра свадьба, я тут учусь делать букет. Мы поехали на оптовый рынок и купили цветы. Вот это вот все. Ольма Айго. Ну, короче, 20, примерно 23-24 тысячи вон вот это вот все. Это очень дешево, чтобы вы понимали. Почему я решила сделать так? Потому что в самом этом вот, где организация, которая занимается нашей свадьбой, там можно было выбрать тоже у них заказать букет, там был прям такой альбом с разными букетами. Короче, там были цветы одни. Там были разные букеты, от 200 тысяч вон они начинались, до 500 тысяч вон. И вот там был букет за 500 тысяч вон, который мы сегодня увидели, такие же цветы. Там вообще ничего сложного, просто одни цветы, их немного, буквально штук, я не знаю, 5, наверное. Небольшой такой вообще, очень маленький букет. Мы сегодня на рынке увидели те цветы, и они стоили 7 тысяч вон, чтобы вы понимали. 7 тысяч вон. А продают их за 500 тысяч вон. Это просто охренеть, какая накрутка. Я просто в шоке была, когда сегодня увидела там эти цветы за такую цену. Но я взяла не их, я взяла другие. Мне вот эти как-то больше понравились. Попробовать сейчас что-то из них сделать. Вообще хотела белые взять. Я не знаю, почему мы в итоге выбрали розовые. Но вот попробую как-то, не знаю, из них составить букет. Вот эти тоже, наверное, добавлю. Вот эти вот, вот этот букет стоил 10 тысяч вон, самый дорогой был. И вот эти вот по 7 тысяч вон стоили. Мы решили взять два, потому что здесь некоторые вот есть не сильно свежие. Вот, по несколько штук. Поэтому я вот из двух выберу самые свежие и соберу из них букет. Я приготовила ножницы. Мы купили такую ленту. Правда, так много ее. Потом у меня дома была вот такая вот лента. Мне нужно как-то их завязать, чтобы, когда я бросала букет, чтобы он не разлетелся в разные стороны, чтобы цветы все не выпали из этого букета. Вот, поэтому я посмотрела видео, как делают. Их, короче, скотчем таким каким-то белым перематывают. Ой, руби. Но у меня нет белого скотча, у меня есть обычный скотч. Сейчас я соберу сначала букет, а потом подумаю, как лучше сделать. Возможно, чуть-чуть, наверное, тоже закреплю скотчем. Не знаю, можно ли таким скотчем закреплять. Ну, почему нет, с другой стороны? Я просто боюсь, что он мне может разлететься, поэтому лучше закреплю его чуть-чуть хотя бы. А потом еще завяжу лентой, чтобы наверняка, в общем. В общем, вот так вот готовимся к свадьбе своими силами. Волосы вчера сама себе покрасила опять. Ногти сама себе сделала опять. С таким минималистичным дизайном, но немножечко добавила. Я обычно просто крашу одноцветно, а это добавила немножечко такого глиттера сюда. Чтобы было хотя бы чуть-чуть как-то более свадебно. Букет тоже сама себе делаю. Надеюсь, у меня получится, потому что букет — это важно. Так, теперь задача выбрать красивые. Я посмотрела видео, и там говорилось, что они должны быть ровные, знаете, такой шапкой. Там говорили то, что типа раньше делали вот так вот, как они сейчас, вот видите, идут в букете. А сейчас типа нужно делать такой ровной шапкой, чтобы они не были один выше, другой ниже. Но я что-то про это не подумала. С такими цветами, наверное, такое сделать не получится, потому что они в принципе вот так вот идут все в букете. Вообще про это не подумала я. Я вообще в шоке, то, что можно так дешево купить цветы в Корее, потому что обычно они супер дорогие какие-то. Малюсенькие букеты супер дорогие. Я когда ходила на выпускной к Чирин, тогда я покупала букет, наверное, не знаю, вот такого размера, вот такого примерно размера, за 30 тысяч вон. Сегодня я вот это вот все купила за 24 где-то тысячи. То есть разница огромная. Их просто накручивают бешеные цены в этих магазинах. Хотя на его, и чем до конца? И чем до конца, да? Конца?
Я доделала, вот что у меня в итоге получилось. Вот такой букет. Мне кажется, классно получилось. Я не думала, что у меня получится, если честно, потому что это было тяжело, это было сложно. Это мой первый букет, но вот что у меня получилось в первый раз.